друзья, один важный момент. Смотрите, даже несмотря на то, что здесь на пляже довольно ветрено, и несмотря на то, что светит солнце, ощущается прохлада, все равно обязательно нужно пользоваться кремом от загара. Вот смотрите, к примеру, мы пришли сюда на пляж сразу, ничего кремом не мазались. Буквально полчаса, минут 40 может, ну хорошо, до часа. Мы поплавали, немножко обсохли, вот. И уже даже за это время, вот есть ощущение немножко, что чуть-чуть вот жарились мы на этом солнышке. Поэтому обязательно пользуйтесь кремом от загара, потому что после того, как я высох, я одел футболку и больше не снимал не из-за того, что прохладно, а из-за того, чтобы не сгореть. Потому что ветер вызывает чувство прохлады. На самом деле это только чувство, а солнце, оно светит как и ветер, как и без ветра одинаково. Поэтому обязательно пользуйтесь кремом от загара, не забывайте его в вашей гостинице. Потому что мы забыли наш крем от загара в гостинице, и поэтому мне пришлось и моей семье, можно сказать, находиться одетыми на пляже, чтобы не сгореть.